Всех приветствую на нашем грибном канале по грибы с верцом. Сегодня 21 мая. Пойдемте сходим, посмотрим. Может, еще остались сморчки, может, строчки еще. Пойдемте, друзья. Ой, смотрите, первая находка. Ух ты! А это, друзья, сморчковая шапочка. Обалдеть. Никогда ее не видел. Первый раз мне она попалась. Не фокусируется. Ну, смотрите. Немного прошлись. Вот у нас первый сморчок. Сморчочек. Ну, хотя не сморчочек. Такой, ну, не маленький, смотрите. Вот, значит, они еще есть. Возможно, мы еще что-то наберем сегодня. А вон еще один, друзья, смотрите. Маленький. Видно вам? Малыш. Не увидишь. Вот. Земляничку спрятался за малину. Видно? Красавица. Ладно, идем дальше, посмотрим. А вот, друзья, у нас еще попалась парочку. Смотрите. Один. А вот второй. Вот так вот. Еще пару сморчков. Кругами не видишь, возвращаясь назад, вот они стоят. Это, смотрите, вообще малыш. Видно? Кружка. Вот он первый. Крупный, смотрите, по сравнению с тем, который мы до этого нашли, да? Видите? И вот еще один. Как их заметить? Никак. Так что, друзья, если у кого лес рядом, сегодня 21 мая, суббота, дерзайте,
Может быть, еще и вы успеете на сморчки. Сначала увидел один, смотрите, один, два. В общем, друзья, больше нам ничего не попадается, к сожалению. Ну, в общем, мы набрали с вами вот так. Нам даже попалась сморчковая шапочка. Видите, чем она отличается? Она получается внутри, как будто вата в ней. И шляпку так вот тюпок, и она отлетает. Вот. Ну и различия, вот видите, по цвету. Сморчковая шапочка, сморчок. Ну как-то вот, в общем, так. А сморчковую шапочку вообще я первый раз в жизни нахожу. Сегодня у меня джекпот. В общем, на этой приятной ноте вот больше нету. Последний, наверное, из сморчков в этом сезоне. Вот. В общем, с вами был Юра и его оператор Джерри. До новых встреч, друзья!